Давай, вот сейчас, блин, не раньше времени нырни, подплывай к нему и снимай его тихим убийством, давай. Ты не убьешь его. Убьешь, он Игорь горит, давай. Где Игорь? Ну, только что горел Игорь. Ничего там не горело. Да, и потому что он ушел, ныряй, жди, когда он подойдет. Приветствуем, дорогие друзья. Приветствуем. Сказал приветствуем? Приветствуем, я сказал, дорогие друзья. С вами ваши любимейшие, хотел сказать, видеоблогеры, но мы летсплееры. Дядя Дима и дядя Виталя. Да. И... Что? Да вот смотрю, и у Лары и так попа нормальная, она еще и подсвечивает, видишь, повесила. Так в джинсах сейчас. Так она повесила вот эту срань, и она освещает. Ребята, мы, вот, мы по-прежнему играем плохо в Лару сделали. Крофт, в Tomb Raider точнее. Как по-прежнему, всегда играем. Ребята, мы до сих пор еще ее не прошли. Я надеюсь, что это, говоря по-украински, неподобство, да? То бишь, недоразумение. Мы попытаемся... вскоре исправить. И мы, я вот сейчас вспомнил, тут надо завалить же, да? Да, 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 в прошлый раз мы взорвали, получается, правую часть, да, нам вот теперь это... левую еще надо простимулировать. Ты можешь стимулировать? Да, я мастер по стимуляциям. Ну давай тогда, на левый фланг переходи и начинай. Мне, кстати, в джинсах смотрится неплохо. Ты слышал автоматную очередь только что? Меня она что-то вообще не заинтересовала. Давай, заходи в лагерь. Зачем? Ну не хочешь сохраняться, ладно. А, тут даже навыки есть. Вот плохо, что, конечно, сейчас дядя Дима в какую-то херню их, как всегда, вложит. Боец. Не, бойцы уже почти все. Давай охоту. Так, а ну-ка. Вот тут, я думаю, нормально. Знаток лука. Вы увеличите шансы найти на его теле особые стрелы. Ну, мы вблизи, вернее, с лука добивать, это глупость какая-то. Знаток пистолета. Добивайте врагов, вот, в упор. Ну, это вообще было только что. Неожиданно. Это был природный рефлекс на раздражитель. Я просто чихнул, успокойся. А кто раздражал? Какой спасибо, природный? Что вам пожелал мне здоровья. Так. Я не пойму, вот это вот можно, кстати. Знаток пистолетов, угу. А мы стреляем в упор, да? Почти все время херуем. Давай, херуем. Винтовок. То же самое. Или мы с винтовки чаще стреляем, чем с пистолета. С пистолета лучше. Винтовка у меня такой разброс, блин. Ладно, давай пистолет возьмем. Смотри на ее лицо, я что-то не обращал внимания. Да. И че? Да она какая-то потерянная. Она вообще, она, походу, делает одно, думает о другом. Ну, как мы, короче. Она дело в том, что, наверное, приняла грибы. Ой, как мы практически. Так. Ну, в смысле, не про грибы, а думаем об одном, делаем другое. Опа, я куда-то прикинь. Смотри, какая красота. Можешь заскриншотить и поставить себе на аватарочку. В смысле, на чувак, это, на превью. Всё, тебе не кажется, что... Ну, ну давай, давай, ты плыви. Не зевай. Да. Эти твари могут появиться с любой стороны. Какие-то твари там. А ну, Ларка, давай, ты должна разобраться. Кстати, блин, капюшон намочила, чувак. Вон. Да что ж ты делаешь, блин, в рот взяла. А, нельзя достать, да, с воды? Ныряй тогда. Ныряй, 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 чувак. Тебя обнаружат сейчас, если главное... ты не вернешь. Подплывай как можно ближе туда. Главное, что сейчас не надо напрягаться, вот эта соска есть вообще. Да, но соска же тоже не бесконечная. Да почему? Ну, как по качану. По крайней как мере, это? Пока. Че, где, ты баллон видишь какой-то у нее, блин? Вообще, откуда она кислород берет? Бред какой-то сделали. Плывем дальше тупо, да? Да, потому что они же там, блин, пасут. Вон, видишь? Ты сейчас выплывете в голову, снайпер стрелит. Либо он, либо может, если он подойдет ближе, шо такое? Ох ты, ё-моё. Можно его тихим убийством снять.
двое. Знаешь, мне напоминает, это не двое. Трое. А еще один стоит за ящиком. Анимазевые там, да, какие-то? Ну, с лазерным прицелом тут иду. Чувак, блин, красавчик. Да что ж они тебя уже видят? Ну, они меня... Куда ты плывешь? Ты бы уже вынырнул бы там вот возле него. Все. Нет, чувак, надо не так делать. Надо как-то их, наверное, замочить до вот этого. Потому что я буду выплывать, они меня все равно заметят. Ну, значит, тогда вот сейчас станет. Кстати, да, там что-то было. А ну, посмотри направо. Там ничего нету. Будет. Что-то может взорвать, подкатить, ничего такого. Мы так и не рассмотрели этот фон. Грибочки. А не, слитки какие-то. Может, с той стороны? Вот какая-то веревка, да. Блин, что это такое? Да. Веревка. А ну смотри, куда она ведет. А, это скатиться по ней можно. Это веревка, тут штаны сушатся на ней. Где? Да вот висят, видишь? Это не штаны, это просто веревка примотана. И штаны сушатся, блин. Мне нравится, что я без... Вот так я себя чувствую гораздо комфортнее, не знаю почему. Да я думал, с луком лучше все-таки. Слышь, а. Просто тупо бегу куда-то. Кстати, смотри. А ну, давай. Ты все правильно делаешь, мне кажется. Да? А может и нет. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Понял? Нифига. Поджечь эту срань надо. Не зря же она это сказала. А ну да-да-да, еще туда, где она указатель идет. Это двери эти открыть, да? Ну? И есть какие-то идеи? Нет, греческий сосуд нужен. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Ну покажи ж, блин, где эти точки. Одна там, одна там. Вон. А вон веревка подсвечивается, кстати. Все. Ну ладно, давай до той пойдем прыгать, да? А че же она подсвечивается, чувак? Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Вон там сосуд может быть. А может и нет. Значит, будем пробовать. А может там что-то тоже подсвечивалось. Ага, тут болта. Надо, тут, наверное... тут ты не пролезешь, тут только ехать. Ехать туда надо. А зачем туда ехать? А может потом доплыть? Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Ты понял? Она тебя озвучила, что мне ты... Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Фига себе. Сосуды найти, там черти какие-то ходят. Тут что делать-то вообще? Может к чертям, может у чертей сосуд. Тоже нет, тут опять начинается какая-то загадка. А, ну ты ж любишь, елки, ты ж мастер по ним. А ну вылазь. Никак? Так и что, не вылазит, что ли? Не вылазит, да? Mm-mm. Ну, значит, не сюда. Наверное, надо вот там подняться просто-напросто. Значит, эта балка упадет и по ней туда подниматься. Либо так. Мне понадобится больше сосудов. Смотри. Осталось только их найти. Смотри, сколько тут всяких этих. Веревочек надо будет плести. Запарило, я понял же, почему ты все время мне это говоришь. Еще сосуды с греческим огнем. Вон они. Их так много. А вот это дернуть надо. Да я уже понял. Вот тебе сосуд с греческим огнем. Круто! Круто. Кто их туда положил? Не знаю.
А зачем тебе еще один? Так. А снова сосуды с греческим огнем. А их надо теперь туда подтащить, ты понял? Допер? Я допер. На ту сторону. И потом взорвать, и обрушится эта колонна. А так, вот все, это, ребят, а я вот рассказал это, дяде Диме основной вот этот принцип действия. Зачем? Не знаю, может с помощью нее подтаскивать будешь. А вот как их тащить? Ты понимаешь, молодец. Ну как, ну туда перепрыгивай, соединяй, блин. Ну в смысле отсюда соединяй туда. Да. Не нравится мне это затея. Все, молодец. X написано, что ты делаешь. Ну ползти можно. Нет. Давай. Ты понял? Теперь ко второму концу, второй. Ну ты видел, как она пнула? Да пнула вообще. Надо. Блять, сделали опять загадки. Не, ну по крайней мере, хоть они как-то разные немножко, да? Хоть не одинаковые, блин. Хотя тоже все связано с... Опять пинать? С веревками, ну да. Ой. Замечательно. Ой. Замечательно, Дима, ну ты просто молодец. Есть логика в том, что мы сейчас сделали? Ну конечно, как-то ты мы выровняли, чувак. Теперь по нему можешь можно ходить. Ну... Ты ж видишь, там же ж не зря вот это дело, где можно зацепиться. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Ты понял? Кран. А, их туда повернуть, чтоб они... Ну, нам две бочки хватит. Прыгай через X. Блин, ты должен был зацепиться за ту хрень вверху. Зачем? Ну как зачем-то? Потому что там есть за что зацепиться. А прыгать и X? Прыгаешь и X нажимаешь. Я делал только что. Ага, отлично. Где кран, мать его? Подсвечу. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Блять, кран. Чувак, а что подсвечивается опять там, блять? Не, уж не зря. Да не зря. Давай этот. Вот эту возьми, хрень, да. На ту сторону, может быть, что-то. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Может там что повернуть надо вот. Эти же, видишь, подсвечиваются. Греческие огни тут. Пройди чуть дальше. Тебе не кажется, что надо еще одну бочку? И куда ты ее? А почему она подсвечивается? Ну она и подсвечивалась. Пипец. Посмотри здесь что-нибудь. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Блять, какой кран. Может на той стороне кран. Там же два этих подсвечивается. Маячка. Тут вроде ничего, да? А вон что-то еще, какой-то проход. Кажется, они постоянно были готовы к войне. Возможно, здесь их хранили, но емкости разбиты. Кран еще поворачивается. Налево. Кран вроде бы цел. Налево. Надеюсь, еще поворачивается. И что? Там проход какой-то был. Какой проход? Не тут. Там не надо все равно туда идти никуда. Да нам зачем тут бегать, если там все горит? Стрелы одна. Стрелы. Какой, блядь, сука, кран, если честно. Может тут там нет крана? Где, блин, кран? Что, бежать туда? Чувак, ну вот это, мне кажется, херня. Оно выровняло, по ней надо куда-то подниматься, наверное. Не, по ней ничего не надо подниматься, она будет просто поворачиваться. И туда перекидывать бочки, мне кажется. Может быть.
Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Сдобежим до этой херни. А ну, суети. Мне понадобится больше сосудов. Ёп. Осталось только их найти. Пиздец, какие больше сосудов. О, ребята, это будет очень интересная серия. Да ну маразм. И после этого будет очередная рецензия дяди Димы. Мне понадобится больше сосудов. А ну, поднимись, что там за сосуды она хочет? Блин? Ну вот эти сосуды, которые мы сейчас нашли, греческий огонь. Бочки, что ли? Да. Ну так хай она своими именами называет. Иди, наверное, к чувакам, убивай их, смотри, что там. Да, я тоже так думал. Снимай, снимай. А, ты не можешь сводки бегать снять. Хуёво, конечно. Ныряй. Давай вот сейчас под... Блин, не раньше времени нырни. Подплывай к нему и снимай его тихим убийством. Давай. А ты не убьешь его. Убьешь, он Игорь горит. Давай. Где Игорь? Ну только что горел Игорь. Ну что там не горел? Да и потому что он ушел. Ныряй. Жди, когда он подойдет. Так сейчас лучше достать. Чувак, он подошел, ты его убил и воду затянул. Да что ты тупишь, блин? Блять, это если бы я сейчас вовремя переключил. Ты, блядь, пиздец какой-то, если честно. Пиздец, блять, их не видно, что лупят со всех сторон. Да что там не лупят, там всего лишь три человека. Да потому что надо было переключить сразу. Потому что надо было, блять, одного снять тихо, уже вдвое было. Вот сейчас ныряешь, блин, и ждешь, пока он подойдет. И там загорится Игорь. Нажимаешь Игорь и убиваешь его. Ну сейчас. Вот. Вот сейчас подплываешь вплотную, сейчас загорится Игорь. Давай, всплывай. Даже... О! Видишь? И все. Ублюдка нету уже. Бронированного. К тому же. Ныряй. Давай другую жертву. Так что другой же. Не зря все-таки эту соску нашли. Кого, Лару? Да то, что во рту. А. Давай, 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 да, отлично стоит. Бляха. С другой стороны, да? Ох, я рад. Надо разворачиваться. Не подходит. А, подойдет. Да, 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 подойдет. Давай. Крутяк. Так прикинь, как он, блядь, обосрался, последний, который остался. Он думает, что там какой-то вообще звездец творится. В воде что-то плавает. Он же не знает, что там просто соска одна. А где он? Ух, как плывет. Я сейчас напряженный. Че, ты не смотришь? Где он? Вон он стоит. Да он стоит? Да, 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 он. Как его? Это не... Ну с той стороны он стоит. Либо жди здесь. Шикардос, ты ж он ушел уже. Ну давай уже вылезай, замочу его. О, возьми керосинку сделай. Блять. Вот этот звук слышал? Дзенькнуло. Все, а здесь походу можно залезть, чувак. Что-то не пойму, кто ты, блин, играешь так отрывисто, не знаю, вроде первый раз держишь. Там мастер-класс показывал, то что там. Он решил удалиться. Куда теперь? Пособирай. В смысле куда? Ну туда ж идти надо. Там где ты был только что. А, обратно? Бери бутылку и пошли. Вон, направо. Нашел?
И по лестнице вверх. Сера. Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Понял. Понял. И как лезть-то вообще? Прыгай. Ну, добрался ты до греческого огня, наконец-то. Мне понадобится больше сосудов. Осталось вот. Только их найти. Это что, выстрел был? Я сам не понял, что это только что было. Себя дергаешься, я понял. Это ты у Ларки спросил? Мне понадобится больше сосудов. Ну конь, чувак. Ну и что? Нахера я сюда пришел? Ну как это нахрена? Ну она ж тебе говорит, что надо больше сосудов. Иди ищи сосуды здесь, ты ж не зря сюда поднялся. Вон, видишь, где сосуды. Чувак, спускайся. Какие сосуды? Это мы там были. Это не там мы были, там. Мы на той стороне были. А, тут другая спорудина, такая же. Ну ты ж смоешь? Чувак. Смотри, тут надо прыгать. Тут вода будет тащить, видишь? Ты смоешь или нет? Что, отсюда? Ну да, вытащить эту хрень. Да. Сейчас я тут посмотрю. Она нормально. И вторую давай будешь. Это какой-то подвох. О, тут взрывать, наверное, надо будет сейчас, чувак. Вторую? Да, давай вторую. А, бля. О! Ты так на джойстик давишь, как вроде в натуре, блин, натягиваешь тетиву. Я вообще не давлю. Понял, теперь надо стрельнуть туда. Здесь есть сосуды с греческим огнем. Нужно подтащить один поближе к статуе. И все, ты сейчас взорвешь, и вода туда полезет, понял? Взрывать? Ну конечно, и бочки туда поплывут потом. Ты ж помнишь, как взрывать? Помнишь? Просто стрелы поменять надо. Вот, зажигательные, да, они горят. Давай, стреляй, Яр. О. И чё? О, чё? О, бля. Это подрасчистит путь. И поплыло. Понял? Теперь тащи дальше бочки. А, и бочки теперь туда, да, будут? Да, дядя Дима, представляешь? Классно. Парочку, да? Можешь и троечку. Давай, чтоб не мало, чтоб не возвращаться потом. И там много надо греческих сосудов. Ну, она же сказала, надо... как-то задействовать воду. Надо как можно больше греческих сосудов. Чё там такое? Чё, они там взрываются, чувак. Уйди. Вон. Какого хера? Чувак, а первый не взорвался. Блин, да ладно, не взорвался. Ну, надо посмотреть, что там такое. Вот видишь, тоже стоит колоночка эта. А-а-а. Чувак. Что? Надо зацепить, чтобы все время был открытый люк, и они будут сами падать. И что, взрываться? Да. Зачем им взрываться? Ну мало ли, надо расчистить Путина, сказала. Перепрыгивай туда, сейчас посмотрим. Убери руку. Не бери руку, я тебе даже не мешаю. Мешал. Сосредотачиваться. Так, а что ж там им мешает? Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь? А, понял, когда бочка будет плыть... Тогда надо схватить ее и зацепить. Почему? Сейчас покажу. А, бочку саму, да, зацепить. Давай. Еба! Ребята, вот это, конечно, прикол был. Блять. Блять, сука. Все четко. А-а-а. А потом что, перерезать? А, вон а туда! Теперь перерезать веревку! Чувак, ты... Ни хрена себе! Веря!
Дядя Дима, у тебя даже опыт за это дали. Твои интеллектуальные способности. Настолько круто я это все. Да вообще. А ты там прицепить. Еще одну. Не, ну тупо, что вода, такой напор воды течет, а там огонь до сих пор не загасился. Это все равно туповато. Это много бочек, чувак. Много, думаешь, ладно? Да. Ой, бля. Ой, бля, нормально. Ой, перерезать веревку. По-моему... По-моему, бочка плывет, чувак. Ой. Ой, перерезать веревку надо, а? Давай. Шикарно, я Дима. Хватит двух? Нет, конечно. Конечно, не хватит, чувак. Еще? Да. Да хватит, там одной бы, наверное, да хватило. Нормально. Заливаемся ерунью. Нормально, но мне нравится, как ты проявляешь свои таланты. Это же даже круче, чем соло на гитаре играть, чувак. Да. Такую загадку разгадать. Лицо только попроще. Не получается. Я делаю это профессионально. Да, ну, а лицо кривишь, ну да, согласен. Все, теперь плывем за бочками. Все, теперь за бочками. Только не приближайся, а то взорвется. Чего? Ну как это? Смотри, какое полосило. Они я сами уже туда подплыли даже. Как хвост поправлять? У тебя волос нету. Дорогие друзья! Пошла жара! Он никак не угомонится человек. Да. Ребята, подскажите, пожалуйста, подожди, номер... Подожди, так ее теперь надо взрывать? По которому можно человека угомонить. Чувак! Взорвать это срань. Ну конечно, блин. И нам по ней перелезть. Да. Взорвать по этой срань. Все понятно, что это. Че, блядь, названивать? Ты про одно, я про другое, короче. В куче все нормально получается. Можешь даже взрывную стрелу пустить. Можешь подпалить, как твоей душе угодно. Блин, выскочило обновление, доступно обновление драйвера. Ну нахер, оно мне сейчас надо. Но с бочкой не подпаливается. Вообще жесть. Сейчас взрывать будешь тогда. Ой, бля. Че ты это сделал? Так давай взрывать, наверное. Давай взрывай. Только стреляй в красную, а не в веревку, понял? Понял. В красную часть бочки. Красава. Какого хера она-то? А ты взрываешь? И сразу. Дело мастера боится. Но. И? Нужно разрушить последние опоры. Вот зачем вот это сделать? Вот по сто раз одно и то же. Я сейчас тоже, если по-честному, я тоже не понял этого прикола. Бред, блин. Ребята, блин, еще минус один балл игре, блин, нахера? Еще одну балку, так... Сейчас начнут писать, что это, блин, специально по хардкору, чтобы... Ну как, что здесь хардкор, блин, это бред. Чувак, одно и то же. Опять надо идти туда и делать так же, походу. А ты уверен, что с этой... Мне кажется, не с этой стороны, чувак. Как с какой-то еще, блядь. Надо плыть и посмотреть, с какой еще стороны, что ее держит. Ты понял? Вон, да, с той стороны. А бочка не доплывет, нет. Бочка не доплывет. Сюда надо. Значит, все-таки ту надо как-то поворачивать. Да, теперь. Это же она же звездит нам, что надо. Да, да, одну сторону мы сделали, теперь это точно. А как тут только либо разрушить туфель? Так где этот гребаный кран? Она за какой-то кран. Либо кран, либо поток воды увеличить, блин. Чтоб, не, может, кран открыть и поток воды увеличится, в бочке выгонять. Я не знаю. Кажется, мне нужен еще сосуд. Ты шо, блядь? Сосуд ей надо, понял? Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Ты же конченая. Че там уже бочки унесло? Чувак, нету бочек. Откуда? Откуда они делись? Кто? Кто? Ой, стырил бочки? Маразм, блин. Все, покатилось. Пихай. Пипец, какой маразм. Ой,
перерезать веревку. Бред. Так, ну ты уже разговаривал. Это какой кран? Вот вопрос. Если быть честным. Давай. И то же самое, такой же фейл. Все. А может теперь надо как-то перерезать веревку, хотя смысл. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Вот какой в жопу кран? Вот я вот этого не пойму. А если вот эти стрелы, чего не подсвечивается все время, чувак? Это огонь греческий. Глянь, видишь? Так. И что? Ничего просто. Может туда бочку надо поднимать, ложить? А толку? Да это просто так сделано. Так как это тут вообще ничего просто так не делается, тем более оно подсвечивается. Да, это чтобы огонь взять оттуда. Зачем? Ну, не знаю зачем. Что делать? Может оно взорвет, как-то дернет этот кран, блин, если одну бочку туда подпихнуть. Нет. Какой кран? Где кран? Ну вот это он, походу. Вот он тут кран... так вот разворачивается, да, перпендикулярно еще становится. Ну вот нам так его и надо развернуть. Нам хотя бы одну бочку туда надо, чтобы перекинуло. И вот та что же фигня, видишь, не зря. Нет, кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да, эта срань тоже не зря. Ну. Вот теперь надо ее туда допихать. Каким образом? Иксом никак не взаимодействует. Да не в воду, не в воду. Толкать. Не в воду, чувак, я надо. Блин, надо новую. Сейчас. Так. Она, видишь, как... Подтягиваю ее к себе сначала. Теперь пихай туда. Бля. Вот то дает, Лара, мне нравится эта херня. Хотя по ней их можно, блядь, и стрелой поджечь. Ну, толку, конечно, от этого не знаю. Да не, чувак, взорвется, и вот там херня прорвет. Может быть, да. Не, имею в виду, что не огнем поливать, а просто эту взорвать. Ну, сделали поприкольнее. Запалилась? Ты, по-моему, не дотащил ее. Вроде запалилась. Нет. Отпадла. Ребята, блин, Дима такой очень любит. Он, о, смотри, как она горит. О. И шо? Ничего, все это херня на постном масле. Да нет, не херня. Сработало, но что-то не так сработало. Да. А. Действительно, если можно взорвать, смысл того. Слышь, подожди. А ну посмотри еще туда. А к той балке нельзя никак бочку прикрепить. Слышишь, а если вот так сделать? Соединить? Да. Ну, соединяю, да? Да. Нет. Там уже все. Вот там нельзя никак прицепить. Не цепляет оно. То прыгать мешает туда. А зачем нам туда прыгать? Да зачем туда прыгать, если туда можно пройти? Я вот сам не пойму, если честно. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Каким хером? Кран повернуть. Смысл? А может и взорвать надо, и кран сам повернется как-то.
Да, вряд ли. Ты понял? Давай попробуем. Ну, надо пробовать, ничего делать нечего. Давай. Какого хера она? Вот какого в натуре? Чё там странно? Да он только понятно, ничего. Ну да, физику не отменяли. Это не то. Ну цепляй я тоже туда. О! А, ёб твою мать! Ты дернул просто его. Да! И повернул! А теперь прицеплять красава, надо. А теперь прицеплять надо, да, чтоб та выровнялась. Блин, Дима, ну ты вообще... Хотя шо ты вообще? Ты просто случайно это сделал. Вот он же хотел бочку зацепить. Я знал! Ой, круто. Я думаю, что такой звук, как вроде поезд поехал по рельсам. Не, а чё она не цепляет бочку? Потому что то сбрось бочку нахер, она уже, походу, не взаимодействующая. Ты даже пихануть не можешь. Лара, мы тебя верим, вернись, мы тебе все простим. Давай другую. Давай. Я ж только за. Тем более ты у руля, ну ты ж. Сейчас ты скоро сядешь после этой загадки. Воевать буду. Хватило мне. Нади этой. И Лары. Ну ты все равно не хочешь, Дима. Да что за сука срай, ну блядь. Ой. Хорошо, хоть это посмеяться можно, да. Давай. Работаем. Все, ну иди наконец-то. Что-то захрилось, чувак. А, бочка туда поплыла, да? Нет, она еще пока не поплыла, надо перерезать веревку. Так, вот теперь мне прыжок и пригодится. Ты сом говоришь? О, ты видишь? Теперь надо. Ты видишь, надо веревку перерезать. Да, надо перерезать веревку. И пнуть ее. Че, она еще само смотри доплывет куда надо. Конечно, уже тут движок продуманный. Ой, блин, чушь сделали опять. Ой, дядя Дима такое любит, просто перфект. Очередной раз. Блин. О, блять, у нас уже нету этого взрывчатки. Ну так создавай. Давай уже. Я хочу создать все. Да хватит все, давай уже проходи. Что такое? Нога что-то дергается. Я заметил, главное, что не глаз. Глаз вчера. Ба-бам! Кстати, статую пророка обронил. Как встрял, как там и был. Вылезла. Блин, это че? Это страшно. Это римляне? Это бессмертные. Беги! О боже! Бля... Побег из архива. А че я? Ты должен бежать? Нет, чувак, давай. Эта серия уже за тобой. Давай, давай, давай. Блять. Давай. Еще. Давай мне мохито. Блять. Бегом, Дима, блин, что ты чухаешься? Ты такой простой. Потому что надо, блин, бежать уже, а ты на кнопки смотришь, как это, знаешь, блин, молодая баба на руль, когда ведет. Молодая баба не на руль смотрит, ты ошибся. Ну, блядь. Чем еще этот побег мог закончить? Ломанием костей. Баба смотрит не на руль, а знаешь, что? Давай! А на коробку передач, когда едет.
О, как красиво. Давай, давай, Дима, ну мы верим в тебя. Ты меня сбиваешь! Места А нажал. Ой. Надо перерезать веревку. Ну не вышло второй раз. Третий. Ты меня прикалывался. Ты что, издеваешься, реально? Ты какая-то, блин, дерьмо. Это какая-то... Это какая-то дичь. Да нет тебе времени, тебя сейчас спалят мост. Что ты думаешь? Нет, нет. Так, а здесь что? А чё? Туда запрыгивай. Просто прыгать просто. А, ну... Да бегишь и прыгай. Бегушь. Все, теперь куда по этой доске? Вверх. Да, 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 правильно, все, молодец. Теперь налево. Налево. А-а-а. Блин, не знаешь, где право, где лево. Теперь прямо и с иксом. Блять, я видел, выкинул. А я же не прыгнул. Выкинул, черт за куда. Прыгай. Вверх. Понятно. Вверх, 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 вверх. Понятно, что вверх. Еще раз прыгай. С иксом. Блять. Ты поздно нажимаешь. Не должно. Что неудобно, у тебя пальцы все рядом, блин. Не ассасин. Это какой-то коммунист говорит. Хотя, может быть. На российской-то базе советской кто еще будет? Давай, Дима. Ух ты, красавчик. Ты видел? Это даже я не ожидал такого. Ну! Да, блядь, и чё ты вниз лезешь? Ну! Ой, красава, Дима, беги. Тут специально для тебя дощечку оставили. Да что ты не прыгал, блин? Я прыгал. Не могу я эти, я ж Человека-паука не играл, не знаю, как выкидывать. Ты даже не смотрел его, походу, не то, что не играл. О, напряглась тут она. Да ну, я представляю, как ты напрягся. Тут греческий огонь горит. Ларка горит. Да беги, вообще, лети, беги, делаешь. О, а это было задумано? Это, да, это экшен, трэш. Смотри. Так, вернитесь в долину. Да ладно, ты справился. Да ладно, красава, налейте мне. Налейте мне вино. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию. Слышь, они не охуели, уже мне слов больше нет. За них все делают. Ты так матюкаешься, чувак. Дорогие друзья, я оставляю джойстик, ложу на стол и предлагаю заканчивать эту серию, перерезать веревки и всю эту херню. Ты сюда хочешь сказать, что я буду относить атлас? Будешь относить атлас, да. Ой, ну если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если ставьте лайки, переходите тоже по ссылочке в описании, подписывайтесь на канал Дим Онлайн, либо на мой канал, если вы смотрите на Дим Онлайн. И всем хорошего настроения, всем пока. Пока-пока, до новых связей, чуть встреч.